Защита лаборатории сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов. Получена информация о тайнике. Да.
Система защиты лаборатории повторно сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов. Коллега, напоминаю, что вы с завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров в центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524.
5, 2.